Ну ты построила сама. Мы в Калининграде. Гуляем. Музей Мирового океана. Николай Чудотворец. Святой. Под мостом. Пойдем. Вот она, рыбная деревня. Мы до нее должны дойти. Мой кувшинка? Ага. Ну, да. Мой дождик пошел. Ну а когда здесь дождик не шел? Ку-ку. Все расписано. Город, конечно, Атас. Красивый. Атас красивый. Так красиво. Мы идем на кафедральный собор. Собор? На кафедральный собор. Что тут продают? Не знаю. Пойдем, Ксюх, сфоткаешь нас. Ксюха-муха. Антон, ты куда? Иди сюда. Ты куда ты? Ну, нам же отойти надо, он же большой. Правильно время показывает? Наверное. Идем. А ты стой там. На, Ксюш. Вот так. Вот так. Поняла? Ты видео снимаешь. Ты опять нажимаешь. Правильно я снимаю? А что мне остается с тобой делать? Как снимаешь? Всем привет, мы в Калининграде. С вами Егвеш и Ксюмбеш. Кафедральный собор. Очень старый. Очень старый? Да. Он же старый? Ну, конечно, еще со времен немцы. Немцы? Это в смысле Германия, она имеет в виду. Немцы. Очень красивое здание. Тут я не люблю архитектуру немецкую, но тем не менее. А что там все стоят? Вы чего? Сам их все берешь. Немецкий прогрессивный общественный деятель. Кто не живет согласно истине, которую он признает, сам опаснейший враг истины. Давайте купим одну, они не продают. Да? Да? А вот это немцы. Понаехали. А ты что думал? Я тебе говорила, что здесь. Я тебе говорила, что они приезжают. Добрый день, монетку можно отчеканить силами города. Выберите два рисуночка, ударите молотом. И сами отчеканите вот такую замечательную монетку. С одной стороны можно делать кафедральный собор, с другой стороны герб Кёнигсберга. Сделать в виде брелочка, либо просто монетку. Для любимого человека можно сделать все сбудется. Я тебя люблю, ты в моем сердце. Ладно, не надо. Спасибо. Вот такая красота. Больше сюда мы не придем, потому что у нас всего 2 недели считанные. Мы уже подходим к рыбной деревне и очень-очень рады. Потому что, чтобы тоже больше... Чтоб тоже... Это моя фигура. Похоже же. Вообще не похоже. Как не похоже? Это я через 15 лет. Сидим в кафе. Музей Мирового океана. Это Ксюша. Музей Мирового океана. Корабли. У них экскурсия. Вот. Прости. Какой у тебя классный напиток, красиво. Где наш салфет? Thank you.
подобрались. Вот управление судном отсюда идет. Красота. Вот строят музей Мирового океана здание. Антон, Титаник сделаем? Так ты же плавал, знаешь все это. Такие у нас погода ужасная, но я потому и уехала с Калининграда. Да, Ксюш? Мне не понравилось здесь. Вот на подводном. ПЛБ-413. Подводная лодка. Сейчас мы папу туда отправили. Точнее, ну, мужа моего. Ой. Потому что все на нервах. Да, Ксюшенце? Да. Река Приголь или Приголя. Ищем туалет. Где же нам найти туалет? Мы не ищем туалет. Ищу я. Смотрят, где можно ловить рыбу. Под мостом. Вон там рыбная деревня. И что-то строят. Ой, господи. Приголь. Кувшинки. Наши Севин кататься по картингу, господи. Простите, ой. А чё стоять-то? Садись. А где папа? А, всё, вижу. Я испугалась, я не умею. Подкручиваю что-то. Номер 27 и номер 24. Там я их потеряла, отсвечивает. Иди сюда. Иди сюда. Ну, такое мороженое вкусное. Что, он его обгоняет, что ли? Нахер он так гонит? Вот дает. Вот.
свою окончательно. Снимает скрытая камера. Ты там YouTube отправишь? Папа проехал. Антон проехал. Какое сегодня число? Число какое сегодня? Второе. Августа, да? А мы сегодня уезжаем. Куда? На рыбалку. Еще неизвестно. О, вот моя уточка маленькая. Это вещи. Это акварельная бумага. Я так понимаю. Просто белая бумага. Кассеты мои. Она очень красивая, рисует, сейчас покажу. Фанатка. Хотя... кино. Была. Рисунки забрал. О его подростковой жизни и детства. Скажи про свою. Подожди, я занята. Я люблю Виктора Цоя. Она обожает Виктора Цоя. Детская. Особенно просто раньше. И сейчас тоже. Господи. Почему это был начальник Камчатки? Это кассеты, диски, видеокассеты там. Вот, она рисовала Виктора Цоя. Я правильно люблю? Такой красавчик. Это нас Антоха прошел. Красивый такой. Как, что ты молчишь? А? Это что? Ты что? Это я себя рисовала. А вот как ты Виктора Цоя рисовала. Пародия на... Я нашла этот журнал где-то. Я кайфовала так. Ни интернета еще не было, ничего. Бля, все про Цоя. Вот, смотри. Похож. Там сзади ложечка. Заняться нечем было. Ну, всякая херня. Да не знаю, мне сколько было. 12, 15, ой, 13. Любовью кто? МС Алекс. А плакаты ты видел? Что? А? Плакаты смотрел? Да. А чё не смотришь? Я маленького Виктора буду рисовать. Тебе тяжело посмотреть или чё? Нет. Мама! Ты напополам вы его режешь? Он вырезает посерединке, по-моему. Ой, не помню. Как ты режешь? Его режешь сейчас? Ты снимаешь? Самое эффективное, да. Смотри, как себе ешь, экономично, или где? По соку, это, короче... Блин, вы помните? Они что, наверное, мыли. Кот! Это кто тут? Он меня боится. О, а чё? Персик. Папа, же грязная вода. Мальчик. Мама, ничего, что ты этого не умел? Умел, по-своему режет. А пусть он учится по-русски. Так же он напополам режет. Ну что ж, напополам, да, режешь? Не, это я по-другому делаю. Как по-другому? А это эконом такой... Я ж, если не терзаю дай... верхушку, верхняя вот такими вертикальными скидками, а нижняя горизонтальными. Ну, я буду пока с ним. Короче, последний раз ты так же резал. Вот этот возьмем туда, наверное. Я пополам его не разрезал. Разрезал. Я, вот, я же говорю, верхушку срезаю. Вот этот заберем, а это сейчас побалуемся. Тонкая кожа, да? А? Да, тонкая.
Ну, уже типа спелый. А я видела, видео смотрела, как красят укол, делают. Да ну, откуда у вас тут это укол делают? Ну, мне так кажется. Мне кажется, в Европе все, даже, не знаю, мне кажется, и мясо такое же. Ехали на очередную рыбалку. Поселок Ушакова. Да, Ксюша? Ушакова. Калининград. Наша удочка. Тридцать девятый регион. Чё говоришь? Да. Да, не да. Я хочу сюда встать. Комаров немерено. Мне лоб прокусили. Да. Вот, так много грязи, тут тоже хочется. Не надо. Сейчас мы будем чуху ловить. Отойди, Ксюш. Ну-ка куда? Смотри, не подскользнись. Первый. Навозные. Навозные? Не вижу, где они. А длинные же раньше покупали. А, вот длинные. А почему навозные, если они на дачах в земле ковыряются? Ну, есть земляные, а есть навозные. Вот эти навозные. Просто навозные они считаются, что как бы крепче. И вкуснее. Что я еще делаю? Не брызгай его. Я его не трогаю. Это персики маркиза, кошки родителей и Ксюшки мои. Чего вы перестали лизаться? На кошечки. Персик рыженький. Папа с мужем смотрит фильм, мама с папой говорит. Я тут чай пью с кружки рак. Грязненько, это все помыться, конечно, надо. Кошечки. Маркиза. Я уставшая, мы с ней ездили на рыбалку. Покрылась прыщами. Ногти у меня со свадьбы уже держатся, наверное. Чё? Уже, наверное, держится месяц. Сестренка вышла. Все никак не отваливается. Всем привет. Всем привет, да. Я подставлю. Вот так. Ну вот. Записываю влог. На вопрос, почему я создала другой канал. Кстати, вещаем с Калининграда, да? С немецкой земли. А, вот, я отвечу. Что вот эта вот девочка по имени Ксюша. Мальчик. Она нашла меня через поиск в Биф и Егбеш. Нашли они меня, значит, посмотрели с родителями мои видео. Мне это не понравилось, я это не люблю. Так, хватит.
Это что такое? Это хватит. 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 Вот. И вот мое личное пространство, я не люблю, когда нарушают. Это для меня YouTube, это как будто дневник, мой личный дневник. И люди, которые на меня подписаны, это как, да, это мои друзья, то есть люди, которые меня приняли. Я не хочу, чтобы мои родственники, чтобы мои родные смотрели мои видеоблоги. Это табу, это однозначно. Этому не быть никогда. Я не разрешаю мужу своему это делать. То есть никто не об этом не должен знать. Это мое хобби. Вот. Если я сказала нет, значит я сказала нет. И вот Ксюша, да, совершила большую ошибку, да, сделав это. Потому что мне пришлось удалить канал, и много половины видео исчезло, потому что я психовала и удаляла их просто. Потому что других у меня не было, их на компьютере. Потому что мой ноутбук, он сломан, то есть жесткий диск у меня сгорел. Или сломался, не знаю. Получается, я сижу как бы за компьютером общим, да, точнее, ну, больше мужа. И для меня все равно это как-то некомфортно. И я не могла все скачивать постоянно. Получается, что половину видео я удаляла. Вот, удаляла, и мы их потеряли, потому что, да, некоторые вы мне писали, спасибо за поддержку, вы мне писали, что, к сожалению, нету тех видео, их вы просматриваете, мой канал, как сериал, то есть уже несколько раз, кстати, я свои видео смотреть очень часто не могу, потому что, это знаете, как будто певцы, да, они не могут слушать свои песни. Вот, я тоже не люблю просматривать свои видео, то есть я их примерно просмотрела каждый отснятый ролик, я их склеиваю и выкладываю все, и практически больше не просматриваю полностью. Вот так. Да? То есть канал пришлось удалить вот из-за моей сестренки. Вот. Вообще я уже подозревала, что меня не найдут, потому что не только они мои друзья, что многие меня знают по псевдонимам, прозвищем, да, как Егбеш, еще Сактау, это из Казахстана. Там мне дали псевдоним. Господи. Ну, прозвали так меня, да? В кругу друзей и Егбеши. Егбешка. Садись. На котов? Садись. А? На котов? Да, на котов. А я на пол. Нет, ты, Ксюша, вот сюда садись на стол. Ты сейчас, фу, как я на постель сядешь, они же это. Ты сама сказала. Хайда, Барасан, эй. Давай, эй. А что, замерзла? Ну, посидела бы со мной. Сейчас. Горло меня мучает, купила себе комитон. Деньги улетают, как вода. Как вам, да. Как вам, да. Папа сделал беседку классную к нашему приезду. Я радио сейчас слушаю. Улетаю к комарью. Целая куча. Пипец. Алексейку одела. Мне кажется, у меня сразу вылетело, о чем мы хотели поговорить. Кстати, у меня эти сережки. Вы знаете, все-таки вот это ухо от меня бесит. Знаете, сколько комаров летает? Потому что ты свет включила. А тут меня видно тогда не будет. Люди меня не увидят. Теперь у меня 0 подписчиков, теперь... Да у тебя их там было 200 или 300. Ты видела, да? 300 было. Ну, сначала я видела только 200, а потом уже 300 было. Как 200? Значит, ты давно смотришь мой канал? Так как было мне 208 из 290. Тебя так любят люди эти. А вот посмотри, в следующий раз, какие тебе люди вообще там списались. Не поняла. Мы с тобой договорились, что ты больше не будешь лазить ко мне. Знаю. А что ты сейчас сказала? Ничего. А что это было? Ну как ты меня найдешь? Никак. Правильно же? Никак. Иначе я возьму пистолет и его силу стрелю тогда.
Ну а что делать? Понимаете, говоришь человеку, не лезь, не лезь. Ну это непонятно, что я сейчас хер бы сказала. Она все равно обиделась. Достал вообще. Характер, конечно, у меня жив. Да знаете, из ряда такого. Скажешь, что-нибудь не делай, то не делай. Это причем она там тебя что-нибудь, тебе что-нибудь сделала. Она все перевернет так, что как будто ее избили, еще что-нибудь. То есть такой человек противного просто. Просто противный человек. Гороскопы Водолей, кстати, по году, по-моему, петух. Не могу вообще найти язык. Я, например, типа спокойный, а по гороскопу Рак спокойный человек. Нет, я вспыльчива все, но это вспыльчиво не потому, что я именно вот по гороскопу я как бы спокойный человек. А вспыльчиво это просто уже, не знаю, родословное что-то такое. Ладно, пойду я мыться, выключаюсь. С вами еще раз встретимся. Если не с Калининграда, то мы с вами встретимся уже в Ставрополе. И я с вами побеседую еще неоднократно. Все, пока. Мы в Светлогорске. Так, сейчас как тут сделать. Я видела. Наконец-то у нас потеплело. Ну, воду мы еще не этовали, кораблик ее не трогали, потому что мы приехали и пошли покушали. Что слышите? Вот. Это Балтийское море. Вот я. В своих очках. Так я себе не купила эту палку. Еще было проще снимать. Ну ладно. Передаю всем привет. Кёнигсберга. И сегодня мы в Светлогорске, да. Я жду мужа. Да? Нет. Ой, ой. Ничего нету. Давай хоть один возьмем. А я не буду копать себе полотенце. Потому что я же... Даже чё... Обожаю море. Вот отсюда я снимала. Я заметила, вот запах пошел. Какая жесть! Как это называется? Канатка. Фуникулер? Что такое фуникулер? Да, Черное море сниму. Короче, чего дырка. Черное, это не черное. Это Балтийск. Видно его? Ой. Сколько скандала, ужас. Ужас.
Вот, из ручка. Не прикасайся, я умру сейчас. Да я... Сядь на жопу! О, мы уже приехали. Что ты делаешь? Фу, товарищ. Она трясется вся, но увидите, как сопля. Сейчас мы выходить будем уже. Катер едет. Три минуты удовольствия, 40 рублей. 40 рублей с человека, да, того получилось 80 рублей. И вообще и блины 70 рублей с каждого вообще. И чай нафиг, 40 рублей. Да, нафиг надо вот это все. Сидеть лучше в Ставрополе. Да. Не, ну тогда мы вообще будем злиться, все ругаться. Хотел сказать, Пугачиха Гурченко поет. Все, выключаю. Вот это страшная вещь, она, видите, вот вообще открывается. Красивый город этот, Светлогорск. Классно вообще. Всем советуем сюда приехать. Спустить деньги. Только выберите, да, погоду, чтобы погода была хорошая. Сейчас я сниму. Гостиницы. Мы приехали с Калининграда на автобусе. Можно на электричке сюда приехать. Но ну, я как бы предпочитаю на автобусе все-таки больше. Поэтому камера. Это у нас Далма. И скумбрия. Залази. Я пока не... Руки мыть? Да. Бармак. Казахская национальная. Сейчас будем нямкать. Да, Ксюша? Кому стакан? Немного, то за деньги его не купить. Ну, Ксюша, будешь пирожное? Да, мам. Ты растаялась, что ли? В новой серии, видишь, кухню в сентябре.